Алло, Кира, это ты реально? Да, это я. А ты злой кролик? Да. Всем привет, салат и... Клими! В общем, ребята, сегодня в этом видео мы будем делать без шифта челлендж вместе с Клими. Вы, наверное, его знаете, это ютубер такой, ссылка на него будет в описании. В общем, ребята, сегодня мы будем играть именно в Бэдварсе, не на Скайварсе, потому что я там нубло. Давайте начнем. Погнали! Ну что ж, ребят, вот наша первая катка. Сейчас начнется через 10 секунд. И, как вы видите, я сейчас перед вами выключу shift. Да, и ты тоже, надеюсь, вырубишь, да? Да. Вырубай. Вот я сейчас нажимаю на shift, я не могу приседать, это капец ужасно. В общем, так. Такая тактика, ты там ох, а я не могу строиться. В общем, ты копи на защиту. Ой, сейчас пойдет жара, ребят, я вам отвечаю. Надо брать сразу по 16 блоков. Капец неудобно, без шифта это просто. Я как нубло строюсь. Блин! Я только могу вверх строиться, понимаешь? Я могу только вверх строиться. Нет. Она нас уже строится, нормально, нормально. Защищай, давай базу защищай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Нет. Капец, все, минус мы. Блин, уже все, уже пошло, поехало. Я так и знал. Стой, ты куда пошел без меня? Ты куда пошел? Ты ненормальный. Стой, дай я лучше строюсь. Да, я лучше строюсь, вверх. У меня много блоков, у меня капец как много блоков. Ух, сейчас будет жаришко. Так. Тихо. Давай, давай, убивай, добивай, добивай. Сломал, стой, убить. Изи, изи минус один, там синий уже все заподозрил, он уже все нас увидел, я покупаю нам яблоки, яблоки надо всегда покупать. Стой, стой, у тебя есть золото? Два золота есть. Я хочу себе железку. Синий идет. Так, стой, 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 дай я, у меня яблоко, уходи. Походу пока не будет рашить. Он выжидает момент. Ну, выжил, засейвился эпично. Красавчик, я не знаю, что это сейчас было, но я засейвился очень эпично. Там желтый, так, стой, стой, Клими, ты... Так, я возвращаюсь, потому что я не буду рисковать. Где у нас нет кровати, я не буду рисковать так. Блин, стой, 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 иди сюда. У меня голдик. Да, что это было, меня тэпнуло? На, держи яблоко. Меня убили! Вообще, ребята, наверное, вы будете следить. Вот идет к тебе идет. Беги. Блоками застраивай. Красава! Тебе еще один! Красавчик просто! Иди вниз, блин, яблоки купи! Они идут уже быстрее за яблоками, иди! Быстрее покупай, там еще куча лута! Куча лута! Быстрее жри, они уже тут! Ну, все! В общем, ребят, давайте приступим к следующей катке. Но это было, конечно, очень эпично. Давайте, погнали! Ну что ж, ребят, в общем, вот и начинается наша вторая катка. И надеюсь, мы в ней уже все сделаем, затащим хорошо. Здесь то же самое практически, там тоже такой же проход на алмазы, да, насколько я помню. А, нет. Я не знаю, как я буду спускаться. А знаешь, опа, минус. Минус риви, уже минус березовый. А у меня знаешь, какая идея? Я буду строиться вверх и буду все время ставить ведро воды. Как тебе, найс? Она стоит как раз 4 золота. Ага, сразу туда простроимся. На белых. Они какие-то там нубы. Блин! А, я давай все-таки туда на алмазы простроюсь. Купец, минус блоки. Все-таки надо чуть-чуть побольше взять. Ну, не настолько. Я упал. Красавчик. Очень тяжело. А вообще. А надо, знаешь, надо придумывать вот эти мунволки и там вот эти блип, ну, эти. Забыл. Этим. Блин, как она называется? Чтобы влево-вправо. Без шифта строится вообще нереально. Все, найс. Все, найс. Они уже сейчас на нас будут строиться. Они уже видят то, что мы там сверху. Надо еще достроиться. Купец. Все, найс. Воду, плюс лифт. Рашим. Идеальный просто лифт. Аккуратно! Что это за кого? Он сам упал! Лошок! Тихо! Ломай! А я не могу прятаться, прикинь! Сломал! А, блин!
красавчик. Плюс скидывай. Я скинул его, я его скинул. Я его не скинул. Он живой? Да, там живые еще. Блин, ребята, это так эпично получается уже. А ты микровайс сломал, да? Да. Он наверх строится. Так. Куда? Он лошок просто. Ах ты ж. Там внизу, там на базе, серый. Что это за нубский ПВП сейчас был? Я не понимаю. Сейчас я прострою путь вверх. Надо взять 32 блока. У меня 64 железа есть. Кроссовчик. Может, броньку за 40 купим? За 40? В смысле, за 40? Это как? Ну, за 40 железа. Я сейчас буду вверх строиться. А, жив! Тут еще надо. Найс, выжил. Все. Так. А там зеленые, зеленые отстреливаются. На-на-на-на-на. Покупай броню. Они строятся, идем. Быстрее на базу иди. Иди, беги на базу. Быстрее! Они там упали? Вон они. Идет один. Минус один. Ах ты ж. О! Что это? Что это было? Я не знаю, что это было, но я эпично засейвился. У меня сейчас капец как много блоков. Точнее, стак. Блин, я не знаю, как. Ну, кстати, хорошо, что сам знаешь. Нам тут путь простроили, да? У меня плюс железка. Изумруды сразу лутаем от этих криферов. Опа, вижу одного. Так, кто остался? Тихо. Опа! А? До свидос, минус. Неудачник, минус один. Сколько их там еще? Там двое. Я пошел на базу. Я пошел на другую базу, сейчас там залутать. Им надо ломать. Я у них обезвредил лук, у них нету лука теперь. Но, конечно, на время. И у них там, не знаю, какая-то крутая защита, наверное. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне покупать. У меня слишком много всего. Я не буду рисковать, потому что я смогу сразу упасть. Я тупо затроил нубов, понимаешь, они какие-то нубы. Минус. Тупо изи минус. Они какие-то нубы, я тебе отвечаю. Аккаунт купили за 2 рубля. На, сломали, я текст еще сломал. В смысле? А когда? Я только что кровать застраивал. Кто двое? А я уже умер. Блин, капец, меня они двое взяли. Блин, ну это, конечно, эпично было. Но давайте приступим к следующей катке. Погнали. В общем, ребята, вот началась наша следующая катка. И на нас уже пытаются строиться. На нас строятся! Берегись! А, нет. Тихо, быстрее. На, два золота. Тихо. Тихо, охрани, я жертвую собой. Ох, найс. Тихо, у них кровать-то вообще сама какая. Я не знаю почему, но я хочу здесь ныкаться. Я купил. У них кровать застроена? Так вы меня убили, ну что я мог сказать. У меня блок был на 4-м слоту вместо 2-го. У них так кровать, я говорю, там застроена. Ну это капец, я не знаю, зачем он пошел. Идут. Ты пропадаешь очень жестко. Да. О-о-о! Купец, кровать, купец. Я прям в самый последний момент. Мне звонят, ну твои налево, ну какие твари ты сделали? Че, он меня убил? Они идут вдвоем. Защищай. Желтый. Изи. Идеально. Минус. Купец, нет, тварь ты, собака. Им надо кровать ломать быстрее. Ну мы тупо сидим проигрываем, чё? Я пошел рашить. Надо только на красных, надо все. Давай с тобой вместе, все-таки мы еще ни разу вместе на красных не пошли. Давай вверх. Иди за мной. Я в тупике. Да боже, что это было? Ну что ж, ребят, вот начинается наша следующая катка и... Я забыл включить запись. Я не знаю, сколько времени прошло, сами смотрите. Уже алмаз второй пошел. Иду на помощь. Давай, в общем, наша тактика рашить вместе. Это самая лучшая тактика. Стой, меня, подожди. Но все-таки мы же должны рашить вместе. Ты куда пошел? Ты только хуже делаешь. Так, я тебя спасу. Спас, давай. Это самый лучший челлендж, а я еще и без бега хотел. Лучше чего без бега? Не, ну по очереди рашить их. Еще и без шифта, это капец. Да блин, я думал, я его... Чего? Как? Минус синий. Синий один остался. Я не знаю, почему, но я почему в простом ПВП не могу с ним сразиться даже. Даже если я всегда без шифта дерусь, то не могу.
Как? Как он это сделал? У него там мало хп-то всего-то было, я его не мог добить. Его... Блин, хайпиксель вообще для ПВП отстой, что ли. Параш. Либо мне неудобно на хайпикселе. Я его убил. Как тебе там везет? Что это за бред? Это так сложно. Почему? Плюс железка. Стой, да господи, как же все за одного, два на одного? Как там? Куда ты пошел без меня? Смотри, как Випикс какой-то мой. Профессионал. Смотри, профессионал какой. Да как он в меня попал? Можно мне его лут, пожалуйста? Я валю. А куда мне валить, самое интересное, я не знаю. У меня нет блока. Мне кажется, сейчас на нас будет идти. Скорее всего. Я сейчас нам зачарку куплю. Идет. Зачарку бронь, чтобы мы хотя бы жили. Быстрее, он еще... Там желтый... Он надо... Быстрее. Не могу, не могу, не могу. На помощь. Он идет ко мне, он идет ко мне. Желтый идет ко мне. Он сюда идет. Минус наши. Я его ски... Я его убил! Мне кажется, ли он с читами играет, понимаешь? Он, кажется, с читами играл. Анти-КБ. Я не знаю, но против нас остался... Кто? Желтый, который еще жив? Ну, он срёлся фастбриджингом. Это какой-то, знаешь, доказательство того, что он профессионал. Неожиданно! Как ты, тварь! Ты еще жив? Да. Я буду говорить, если к тебе кто-то идет. Так, вижу желтого вайпикса. Я, кстати, хочу проверить, он читер. Он, кстати, смотрю, он с простой броней стихтачит. Простой броней. Это интересно. Ах, он с читами, я тебе отвечаю. Он с читами. Слышь? Подожди, а кто остался? Желтый? Да, который с читами. У него есть кровать? Да. Вот это. О! Вот это ты жестко! Он идет к тебе, идет! Он там спрятался! Ну что ж, ребят, вот началась наша последняя катка, и мы уже задолбались конкретно. После 25 лайков мы эту рубрику продолжим. Да, давайте, ребят. То есть этот челлендж продолжим, как бы сами понимаете так. Выкладываем, продолжим. Я не знаю, как я сейчас буду простраиваться. Ты защищай сразу этой, нашу кровать. Ого, я вот так вот простроюсь, просто возьму на изи. Блин, он уже строится к нам. Я не знаю, я строюсь как нубло какой-то. К нам эти, розовые строят. Здравствуйте. Какие-то проблемы? Да, к нам розовые строятся. А я уже минус красный. Тебе розовые строятся, да? Ясно, 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 понятно. Так, у нас кровать еще не сломана. Ну, надеюсь, что, все хорошо получится. Я еле простроился. Я здесь. Алмазы у меня. Мог бы я и купить. Погнали. Так, погнали. Так, так, ты сразу отвлекай, я зад ломаю. Ой. Блин, это не я сломал, белый сломал. Идеально, меня скинули. Я иду. А он на своей базе, иду, да? Да, у них сломано. Только и сломал, конечно, не я, меня подтолкнули. Белый сломал, который упал, и который я не стукнул, который мог бы килл засчитаться. Розовых нету, да? Когда вот мы всегда застреем на каком-то месте, это капец просто. Минус один. Минус два. Заставился жестко и упал. Уже идут, на нас уже хотят идти, на нас хотят идти. Белый. Вижу. Сейчас блоки закупим и пойдем рашить. Уже за раш. Я еще нам защиту куплю. Капец, я тут так пропрыгал. Что это было? Вот что это за говно? О-о-о-о! Положил нужные вещи. Память. Положил сундук. Чё, мне кажется, он с КБ играет, понимаешь? Он сейчас тупо не откидывался. Так, сразу кладем. Вообще. Ставим наш. Купец, киллы пошли жесткие. У человека еще много осталось. Купец, да что сейчас происходит, я не понимаю. Изи троллинг, я угадал? Изи, белый уничтожен. Я пошел на центр. Что у нас тут? Аккуратно. Он с алмазкой еще! Слышь? Сразу же, идем, ну так, на. Что это за говно меня тэпало? Ох, у них там защита! Слушай, давай, иди, я их отвлекаю. Окей, ладно, ты их отвлекай.
Пух! Пух засовился! Вы твари какие! Ух! Так, я сразу, знаешь, что? Я сразу же, чтобы не торопиться, там залутаю. А там голубой. Купец голубой лагает. Не-не-не-не-не-не-не, у меня как-то закомбил. Сейчас с другой стороны будут к нам простраиваться. А нет, не будут. Либо они хотят, слушай, там голубой с другой стороны хочет к нам простроиться. У меня есть такой идеальный план. На меня синий идет, на меня синий идет. На меня синий идет. На меня синий идиот. Я придумал план, как его скинуть. Надеюсь, синий еще живой. А ты через розовую, через розовую бегаешь? Так, блин, что это было? Я слушаю, надо всегда с тобой это делать. Надо, ну, надо идти вместе, понимаешь? Иначе ничего не получится. Да как он меня убил? Ну, он сам упал. У них есть кровать. Я не могу на шифте снова строиться. Минус кровать. Опять супер комбо у него, опять эти супер комбо, я как всегда начинаю бить, и я снова теряюсь, я бью и теряю контроль над собой. Синие остались, синие. Я его вижу, у меня меч фиговый, он меня убил. Я понял, я тебя спасу, слушай. Я тебя спас. Ну, в принципе, почти. У синих такая страшная защита огромная. Он пока там лутается, буду быстро рашить, быстро. Я сейчас динамит куплю. Сейчас, короче, такая тактика, я покупаю кучу блоков сверху, простраиваюсь и кидаю динамит. Купец у меня скинул неожиданно. У них ловушки уже нет. Такая тактика. Вот там синий сейчас. Они идут? Он на меня идет. Он меня убил. У меня был динамит. Изи. Минус наша кровать. Ну, купец, я спалился тупо. Валим. Я не могу строиться. Ты еще жив? Да. Хорошо, если они на меня пойдут. Опа, синий идет к тебе. Он, тихо, я говорю. Он идет туда. Отходи на белую. Он идет. Тебе еще идет. Тебе два. Тебя зажимают. Тебя уже начинают зажимать. Ты жив еще. Идеально все. Ну, купец, просто. В общем, ребят. Да, сегодня со мной был Климе. Поздоровайся. Да, ребят. Ну что ж, вот такое видео получилось, и оно получилось не совсем удачным, но капец, какое эпичное, ребят. Это достойно лайка. Давайте наберем 25 лайков, и мы будем снимать вторую часть этого челленджа и попытаемся выполнить. Да. А с вами был Владон и... Клими. Всем пока!